सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठी पति वंदे गुरुपद द्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समयुक्तम बिंदावनम मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवस्य कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरी पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्धरणम् धैयम् सदा परिभवन्न भविष्टदुहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनतपाल भवद्विपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाया विस्फुरजितकमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तविन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनय कपितरु कमलायताक्षु विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यम् भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजभीषनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ख्यातिर अव्यर्थ कालोत्तम विरक्तिर मानसन्नता आशाबंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि
Asaktistat gunakshane pritistat basudistali itvadayo unubhavaha suryati bhavankurejan. Khyantir abhyartakalattam viraktir manusunnata asabandho samatkantya namagane sadaruchi asaktistat gunakshane pritistat basudistali itvadayo unubhavaha suryati bhavankurejan. Годы Гоштипати. Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад хотел основать Гаудия Мат в сердце каждого. Сарадинда Рай, Раджа Риши, задал такой вопрос Прабхупаде. Ты уже основал более 60 матхов, 64 матха. И Прабхупада ответил, это не проповедь. Я хотел установить Гаудия Мат в сердце каждого. А вот это не проповедь. 64 матха. Что это значит? Я хотел найти 64 таких личности. И вместо этих 64 матхов, если бы я получил 64 живущих матха, то есть куда бы вот эти личности не приходили, там Гаудия Мат. Ты мне говоришь о 64 матхах, но я хотел живущие Гаудия Матхи установить. И чтобы вот такие личности, они куда бы они ни шли, они там устанавливают Гаудия Мат, как Бхакти Вивек Бхарати Госвами Махарадж. Когда он поехал в Даку, там не было никаких условий для проповеди. В открытых полях он проповедовал. Он читал Чайтанья Бхагавату, и пришло тысячи людей его слушать, а потом там кто-то начал затеял какие-то политические игры. Таким образом, когда настоящий преданный Гаудия Матха, он куда-то приходит, там является Гаудия Мат вместе с Гурангой Махапрабху. Прабхупада никогда не хотел растрачивать даже долю секунды. Он всю жизнь совершал какое-то служение, то или иное, был занят в том или ином служении. И однажды в Асаме, по некой причине, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, в то время его звали Хаягрива Брамачари. И он подошел к Прабхупаде с вопросом. Все его духовные братья, они попросили его, спроси у Прабхупады. Прабхупада нам говорит, что нужно повторять 64 круга каждый день, но у нас нет времени. Мы служим целыми днями. Пожалуйста, можешь спросить у Прабхупады, то есть когда нам читать 64 круга, мы постоянно заняты. И тогда, по просьбе духовных братьев, Мадхава Госвами Махарадж, он, Хаягрива Брамачари, он обратился к Прабхупаде. И Прабхупада понял, что Мадхава Махарадж хотел что-то сказать. Ты чего-то хочешь? Да, у нас есть вопрос. Мы не в состоянии прочитывать 64 круга в день, мы постоянно заняты в служении. И тогда Прабхупада посмотрел на него и спросил, а ночью ты чем занимаешься? Ты можешь закончить харинам читать, и потом ты можешь идти ложиться спать. Никаких компромиссов. Садгуру, он никогда не идет на компромиссы. Это признак садгуру. Он не идет на компромиссы с Майей, с иллюзией. Здесь речь идет о жизни и смерти. Это тело вас оставит, ну, в смысле, вы оставите это тело, когда вы получите следующее.
И Шриман Махапрабху, он также хотел показать этот путь. Бхактивинода Такур перевел также в Чайтанья Чаритамрити. Мы знаем, что Махапрабху, он говорит, что Кришна Баджа нужно совершать постоянно. Нет никаких перерывов в Кришна Баджане. Не существует никаких интервалов. Даже когда вы спите, Кришна Баджан должен продолжаться. И такова была жизнь Прабхупады, Бхактинода Такур, всех чистых вайшнав. Они все намачарья. И вчера я сказал, что не будучи намачарьей, никто не может стать ачарьей. Сначала нужно стать намачарьей, а потом при помощи могущества Харинама такой ачарья, он может проповедовать славу Харинама, иначе это невозможно. Шлока, с которой я начал, она написана Рупа Госвами Падом. На протяжении всех лил Махапрабху, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагунатдас Госвами, эта шлока, она была найдена, ну то есть она была применена в жизни. Те, кто развили бхаву к лотосным стопам Бхагавана, тогда вы увидите, что такие преданные, они не расходуют даже долечку секунды, ну, то есть не тратят впустую, то есть они даже не готовы потратить впустую одну минуту. И когда что-то случается, что, по идее, должно бы вас разозлить, но вы не злитесь, то есть есть все причины, чтобы разозлиться, чтобы взбудоражиться, но такие преданные, они не обращают на это внимания. Им виракти означает кшанти абьякта калата. Это означает не выбрасывать даже долю секунду. Когда вы достигнете того уровня, вы поймете, что вы даже не можете остановить Харибаджан даже не на секунду. Вы будете на таком уровне, что не представится возможным оставить Харибаджан. Сейчас у вас нет вкуса, но однажды вы разовьете этот вкус. Виракти значит, что материальные, мирские всякие темы, мирские объекты чувств, они вам не интересны. Вам не интересно ничто мирское. Не хотите ни разговаривать на мирские темы, ни удовлетворять органы чувств. И вы не заинтересованы в лабе пуджа пратиште. Не просто на словах, а если вы проанализируете жизнь таких преданных, вы увидите, что они могли бы получить лабу пуджа пратиште очень легко. Но они не заинтересованы в этом. Они только заинтересованы в том, как удовлетворить Бхагавана. Они хотят удовлетворить Бхагавана. Проповедь. Невозможно, насильственная проповедь, это невозможно, как боксеры. То есть проповедь, она осуществляется по желанию Нитьянанды, и ее осуществлять нужно в Шрота-панте.
Возможно, мы не получим количество, но мы получим качество. И это таковы наставления Прабхупады. Прежде чем отправить посланников в иностранные государства, в европейские страны, в Америку, в Англию, Прабхупада, он дал прекрасную харикатху. So, virakti, manasunmata, they don't want any honor and position. Они не хотят. Maybe they are technically advanced. Не хотят ни славы, ни почеты, ни почета. Прабхупада сказал, они там экономически развиты. И, возможно, они вас отвергнут, но не чувствуйте себя как-то не расстраивайтесь. То есть, если ваше сердце будет, разобьется, то это нехорошо. То есть, вы ничего не делаете для самих себя. Вы делайте это для Бхагавана, и как бы они к вам ни относились, примите это с радостью. И если наоборот, они вас будут прославлять и будут вам жертвовать деньги и так далее, то есть даже в этом случае не придавайте этому большого значения. Прабхупада имел в виду положение океана. Если вы добавите 100 литров воды в океан, вы можете ожидать того, что уровень воды поднимется в океане? И Прабхупада, он сказал, вам нужно быть гамбир, прашанта, то есть быть подобным океану. Если вы добавите 1000 литров воды в воду, или сколько захотите воды, если вы добавите, или вы даже если захотите взять из океана воды, то это никак не повлияет на уровень океана. Точно так же, если кто-то будет вас прославлять, предлагать гирлянды и так далее, вайшнавы, если кто-то прославляет вайшнавов, они всегда скромные, они всегда это их никак не трогает, не оказывает на них влияния. Вы видели фотографию Гуру Махараджа на его столетие? Весь мир съехался, чтобы ему поклониться. И когда его привели на сцену, то есть он... Очень ему стыдно было. Почему они мне поклоняются? Я ничего не сделал. Кто я такой? Очень был скромен. У него не было никогда ложного эго. Даже после огромных достижений в служении, преданный, настоящий, истинный гуру Севака, он никогда не чувствует ничего такого. Прабхупада сказал, вам будут предлагать, возможно, гирлянды и выражать вам почтение, но не думайте, что это для вас. Это нитьянанди все. Это не должно вас трогать. Манашуньята, это значит, что вы не хотите ни положения, ни славы. Только в том случае вы сможете говорить об абсолютной истине, то есть вы будете обладать такой силой говорить об абсолютной истине. Прабхупада, он дал такое условие. И преданные, они всегда... Они никогда не теряют надежды. Бхагаван обязательно даст свою милость. А Шабанда значит, вы вот слушаете очень много тяжелых, таких сложных вещей, и потом вы расстраиваетесь, о, как же это все возможно. Нет, вы должны наоборот получить силу, и тогда вы сможете стать преданными. О, так это сложно, все это все невозможно. Не расстраивайтесь, не
вы можете пожертвовать одну жизнь. Вы уже прожили бесконечное количество жизней. Почему вы хотите оставаться скупыми? Я вам уже рассказал о том, как Удава спросил у Кришны, кто скупой, а кто бедный. И Бхагаван, он дал ответы на эти вопросы. Тот является бедным, кто постоянно он неудовлетворен. И вы видите, что любой человек, если вы возьмете любого человека, то он неудовлетворен. Но какого, своего рода там есть какое-то неудовлетворение. Но если вы посмотрите на гуру вайшнавов, то это какое-то волшебство. Они всегда счастливы. Естественное положение, когда кто-то иногда счастлив, иногда грустен, но как возможно быть постоянно счастливым? Посмотрите на любого человека, и вы увидите, что так или иначе этот человек будет грустить, потому что у него есть желания, запросы, анатхи. Они желают чего-то, но гуру вайшнавы, у них нет никаких запросов. Верьте или не верьте, если вы все прекратите, то есть все остановите, вайшнавы, мы все равно. Шукадева Госвами, он сказал Харикатху без одежды, и по завершении Бхагаватам он удалился. У них нет никаких запросов, никаких нужд. Если у вас не будет никаких желаний в сердце, вы тогда будете наслаждаться Харибаджаном, то есть Харибаджан вам даст счастье. Асабанд — это значит преисполненный надежды. Следует совершать баджан таким образом. Но если вы будете чувствовать себя в безнадежном положении, и преданные, они всегда пребывают в таком сладостном, тревожном состоянии, то есть есть такое некое. Как Друва Махарадж. Единственная причина, по которой Друва Махараджу удалось достичь совершенства. Друва Махарадж был маленьким мальчиком. По наставлениям Нараджи Махараджа он начал заниматься практиками. И Бхагаван, он пришел, явился перед Друвой Махараджи не чтобы дать ему даршан, а чтобы получить даршан Друвы Махараджа. То есть, как правило, работает так. В писаниях, где-то можете иногда вы такое найти, но это, как правило, не так. То есть, как правило, Бхагаван, он приходит, чтобы дать свой даршан. Но в случае Друва Махараджа Бхагаван явился, чтобы посмотреть на своего маленького преданного, пятилетнего ребенка. Комментаторы объясняют, Друва Махарадж, ему было 5 лет всего, он был незрелый такой, и по милости Гурудева он совершил аскезы совершенным образом, и у него не было, он был искренним, и ему удалось получить милость Гурудева, и у него было такое сладостное беспокойство в сердце. Когда же Бхагаван явится? Может быть, сейчас? Когда? Вот сейчас, наверное. То есть он постоянно пребывал в таком беспокойстве, как Махапрабху. Постепенно мы это будем, мы обсудим это. Махапрабху постоянно был в такой, в тревожном положении. О, Бхагаван явился. О, и сейчас он опять исчез. И это такая тревога сладостная.
И такого рода беспокойство, оно не может привести вас к сердечному приступу. Это сладостное беспокойство, и каждый должен развить такое беспокойство. Почему мы не получили Бхагавана до сих пор? Какую-то ошибку мы совершаем? Кто-то может разыгрывать спектакль, но преданные, они обладают таким признаком, что любое время оно подходит для того, чтобы говорить харикатху. Если вы разбудите какого-нибудь махараджа, чистого преданного, в 2 часа ночи, вы можете проверить это. Разбудите чистого преданного в 2 часа ночи, попросите его говорить харикатху, и они сразу начнут говорить харикатху. То есть любое время для них — это подходящее время для харикатхи, слушания или говорения. И преданные, то есть обладают какими-то основными признаками и второстепенными признаками. Вот основной признак — они всегда готовы слушать харикатху и говорить харикатху. Всегда большие энтузиасты. Они всегда хотят слушать о качествах Бхагавана. И это мы видим в жизни Махапрабху. Прити — это значит близкие, теплые отношения с дамой. Преданный не может сказать, что ему надоел Майяпур. Это не преданные, потому что преданные, они радуются в Майяпуре. Но хорошо, здесь живут какие-то материалисты. А зачем вы на них смотрите? Здесь только много отелей. А зачем вы на это на все смотрите? В шастрах написано, что Гуранга Махапрабху до сих пор он совершает лилы в Майяпуре. Постоянно игры Гуранги, их можно увидеть. Шридхар Махарадж, их на них смотрят Бхактивинод Тхакур, Прабхупада. И Бхактивинод Тхакур пишет в Дам Парикрама Канде. Он объясняет, что все отели и так далее, они вот эти вот все постройки и материалисты, и вообще все материальное, оно не дотрагивается до Навадвипа. Это все располагается на сети Майи, в сети Майи. Это не в Навадвипе. Многие из нашей Гуруварги, они видели лилы Гуранги Махапрабху, но сейчас нет времени об этом поговорить. Они могут видеть горы лилы. Я вам могу рассказать один случай из Джайва-дармы. Там было два молодых человека, им было около 20-22 лет. Они из Шринатпура, в этом направлении Шринатпур. Есть деревня одна, Шринатпур, на берегах Ганги. И они постоянно приходили к Рагунат Дас Бабаджи Махараджу в Шривасангам в те времена, давным-давно. И они слушали харикатху, харикиртан. И в итоге они получили инициацию у Бабы. Баба дал им харинам и дикшу. Они были очень искренними. Они задавали много вопросов, и Джайва-дарма, в ней много вопросов и ответов. Question-answer,
И вот Баба, он дал им много ответов, и вы найдете их все в Джайва-дхарме. И однажды, в очень благоприятный день, они получили инициацию, и они решили устроить фестиваль, потому что получили Харинам Дикшу. В общем, пригласили преданных. Были приглашены только преданные. Они не пригласили всех и каждого, только хороших преданных. И, в общем, они сидели, и вот там кто-то начал раздавать прасад, стали петь Махапрасады Говинды. И внезапно они увидели Нитья-лилы, они увидели Малинима, Сачима. Все присутствующие увидели Апракрита-лилы. И они не видели ничего другого. Они видели Сачима, Малини. Это описывается в Джайва-дхарме. Это возможно на 100%. Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж последние годы своей жизни он потерял зрение, он не видел ничего. Но он постоянно смотрел, то есть созерцал Гуранга Лилы. 35 лет он прожил в Нандаграме. Это не шутки. И Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж также, он жил в Сурьякунде. Я тоже там жил раньше. Там есть Баджан Кутир, Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж в Раджавасе. Они хотели, чтобы я жил в этом Баджан Кутире. Они мне сказали, что я могу совершать служение в Виграхе Джаганнат Дас Бабаджи Махараджа. И я им сказал, что я не могу принять это предложение, потому что если бы я его принял, то я не смог бы совершать служение, то, которым я сейчас занимаюсь. Я мог бы просто Харинаму повторять. А Бхактинот Такур, он, когда читал Харинаму, он созерцал Апракрита Лилы. И это не какие-то сказки. Если это станет явью в один прекрасный день в вашей жизни, то вы поймете это все. И вчера я вам рассказала о том, как Гауранга Махапрабху, он вернулся из путешествия во Вриндаван. Там состоялась Санатана Шикша, Рупа Шикша, она состоялась в Аллахабаде, Санатана Шикша на берегах Ганги в Варанаси. А Рупа Шикша была в Аллахабаде. То есть я вам кратенько сейчас это все рассказываю. Махапрабху, он вернулся из Вриндавана в Нилачал. И я уже рассказал, что Санатана, он уже прибыл в Нилачал Дам, и рассказал о том, как у него было болезнь, кожное заболевание, инфекция какая-то. И я забыл сказать вам, что в Аллахабаде Махапрабху там был с Рупа Госвами Падом. И Балабатта, он встретился, то есть пришел для того, чтобы пригласить Махапрабху в свою деревню. Балавачарья, он пригласил Махапрабху, Рупа Госвами Пада, Анупама, к себе домой. По ту сторону реки. Там наняли лодку, в которой они перебрались через речку. И по прибытии в Арайль-Грам
это вот дом в деревне Балавачаре. И там был Рагхупати Упадхяй. Это великий преданный, великий ученик Мадхавендра Пурипада. Но он не принял отрешенный образ жизни. Он встретился с Махапрабху по желанию Махапрабху. И после того, как Махапрабху услышал, что Рагхупати Упадхяй, он был учеником Мадхавендра Пурипад, Махапрабху задал ему много вопросов. И Махапрабху сказал, Кришна, он совершал свои игры в течение 125 лет. И для нас какой возраст он самый важный? И Рагхупати Упадхяй, он ответил, что это возраст Кишор. Шама Эва Парам Рупам. То есть это форма Шама Рупа, а возраст Кришны, которому мы поклоняемся, это Кишор. А какая раса? Мы обладаем, то есть существует столько много рас. В какой расе мы служим Кришне? И Рагхупати Упадхяй ответил, Мадхури раса, она самая возвышенная. И в какой даме мы поклоняемся Кришне? И Рагхупати Упадхяй ответил, Матура. Существует столько много пури, Джаганат пури и так далее. Но Рагхупати Упадхяй, он сказал, что наивысшая дама — это Матура. И, конечно же, в соответствии с Гаудия Сусиданта, я вам потом это объясню, что Нилачал Дам — это дама, в которой... Это самое подходящее место для того, чтобы осознать вот эту вот разлуку. Балавачарья, он решил тоже прийти в Нилачал Дам. Никто его не приглашал. Махапрабху, он был в Джаганатпуре, и Балавачарья по этой причине он решил тоже отправиться туда, чтобы встретиться с Махапрабху. И когда он встретился с Махапрабху и увидел всех возвышенных преданных, Балавачарья, он был в шоке. Он не ожидал такого. Он думал, что Махапрабху был саньяси просто, а там был Махапрабху увидел, что окружение Балавачарья увидел окружение Махапрабху, Адвейта Ачарья, Нитянанда Прабху. То есть они были такие сияющие, огонь исходил из их тела. И однажды Балавачарья сказал, я написал комментарий к Бхагаватам, я не могу принять комментарий Шридхар Свамипада. Поэтому Шридхар Свамипад — это комментатор Бхагаватама. Я не могу принять его комментарий, он неподходящий. Я вот по новой написал комментарий, и Махапрабху, он разозлился, потому что Тринадапи Сунич Бхава — это самое основное в Вайшнаве — скромность. И Махапрабху сказал Балавачарье, у меня нет права слушать комментарии. Ты квалифицирован, ты можешь написать. Махапрабху, он разозлился, он сказал, ты отверг комментарий Шридхара Свамипада. Махапрабху сказал серьезно,
серьезным голосом. Тот, кто отвергает, тот, кто не в линии Шридхар-свами-пада, то есть кто не подчиняется Шридхар-свами-паду, он проститутка. Комментарий Шридхар-свами-пада — это авторитарный комментарий. Нрисимхадев явился Шридхар-свами-паду, дал даршан, и это место находится недалеко от Балешвара и недалеко от Бадрака, там холм. Я побывал в доме и в деревне Шридхар-свами-пада. Шридхар-свами-пад, он на холме совершал баджан. И Нрисимхадев, он явился в его баджан-кутире и положил свою лапу ему на голову. Нрисимхадев благословил Шридхар-свами-пада. И Шридхар-свами-пад, он очень известен. И мы знаем, что по милости Нрисимхадева нет ничего невозможного для Шридхар-свами-пад. Шридхар-свами-пад написал комментарий к Бхагавад-гите, к Шримад-Бхагаватам, и никто никогда не позволял себе идти против его комментариев. Но Балабхатта, он сказал, что комментарий Шридхар-свами-пада, он бесполезен. Поэтому Махапрабху, он разозлился. Посмотрите. Когда Балава Ачарья захотел установить, ну, как бы, доказать свою важность, тогда Махапрабху его отверг. Посмотрите, сколько там дерзости. И Махапрабху сказал, те, кто отвергают Шридхар-свами-пада, я считаю их проститутками. И тогда Балабхатта, он получил шок. Я не хочу слушать никаких комментариев, сказал Махапрабху. Балабхатта, он был уважаемым человеком. Махапрабху посетил его дом, он выразил ему свое почтение, но Махапрабху знал, что в его сердце было ложное эго. Его в сердце ложное эго. Возможно, он... И Махапрабху, он для того, чтобы избавить его от ложного эго, он его отверг. И Балабхатта, он оказался в такой ситуации, что никто с ним не хотел общаться, потому что Махапрабху отверг его, и тогда Балабхатта, он явился однажды к Махапрабху и сказал, я написал подробное объяснение Кришнанамы. И я хотел бы прочитать это тебе. Махапрабху сказал, я не квалифицирован, что я глупец. Я знаю только, что он Вараджендра Нандан Кришна. А чтобы слушать что-то остальное, у меня нет квалификации на это. Махапрабху не стал его развлекать более. Таким образом, Балабхатта, он хотел постоянно доказать свою важность всем и каждому. Он пробовал как-то выделиться перед Адвейта Ачарьей, перед Нитьянанда Прабху, но ему не удавалось, потому что Махапрабху уже отверг его, и поэтому никто не хотел его слушать. И вот сейчас Балабхатта, он отправился к Гададар Пандиту. Гададар Пандит был очень мягкой личностью.
И тогда Балабхата, он стал насильно читать ему объяснение Харинама. Гададхар пандит испугался, он подумал, мой Прабху уже его отверг, как я могу его слушать, но и также оскорбить его я не могу. Гададхар пандит, у него была дилемма, он был очень мягкой личностью. Он не хотел слушать, потому что Балабхата был отвергнут Махапрабху, а с другой стороны, он не хотел оскорблять Балабхату, потому что он был уважаемым человеком. И Гададхар пандит стал молиться, «О Прабху, я в затруднительном положении, он мне насильственно, он читает мне, меня заставляет слушать эти объяснения, но я не хочу их слушать. Он заставляет меня». Потом, впоследствии, Махапрабху он наказал Балабхату, а с Гададхаром пандитом он пошутил однажды. «А, ты вот развлекал Балабхату, слушал его объяснение, и тогда Гададхар пандит расплакался. Но ты же это прекрасно знаешь, что я не хотел ничего слушать. Я никогда не думал нарушать твои наставления, но он мне стал силой читать. Я только не хотел его оскорбить никак. И Балабхата, он стал размышлять, а что происходит вообще? Изначально Махапрабху, он не выражал почтения, а сейчас что произошло? Он постоянно отвергает меня. И тогда Балабхата пришел к такому заключению, «А, вот это вот причина, потому что я постоянно хочу выделиться перед ним. Я хочу постоянно как-то красоваться перед ним, рисоваться и перед всеми его парикарами». И в итоге Балабхата, он принял прибежище у Махапрабху, он осознал, что Махапрабху — это не просто какой-то саньяси. Балабхата принял прибежище у лотосных стоп Гуранги, попросил прощения. «Прости меня, пожалуйста, я совершил оскорбление. Я хотел доказать свою важность всем вам. Это мое оскорбительное поведение. Прости мне мою дерзость». И тогда Махапрабху заулыбался и дал свою милость. «Да, я вот думал, ты же такой великий пандит, и одновременно ты также и вайшнав большой». И Махапрабху сказал, вот я и думал, как же так, как возможно, что у тебя ложное эго? Ты же пандит, ты вайшнав, и не должно быть у тебя быть такого ложного эго. Это невозможно, но сейчас все хорошо уже. Напиши комментарий к Бхагаватам под руководством Шридхар Свами. Иди и напиши комментарий под к Бхагаватам под руководством Шридхар Свами Пад. Комментарий Шридхар Свами Пад, он очень авторитетный. И это первый комментарий. И Шридхар Свами Пад, по милости Нрисимхадева, он знает все, как мы можем отвергнуть его комментарий. И если у тебя получится написать комментарий под его руководством, только в том случае преданные примут твой комментарий, иногда ты будешь, а иначе ты будешь отвергнут. И Махапрабху таким образом он исправил Брамананда Бхарати. Помните, Махапрабху он исправил Балабхату, Махапрабху исправил Амога, Махапрабху спас Сарвабхаума Бхаттачарья. Смотрите, его, какую технику он применял. Такие методы эксклюзивные у Махапрабху, как он изменял сердца. И я вам уже рассказал, все сходились в
Нилачал Дами, Махапрабху это океан, а преданные его это реки, которые стремятся впасть в океан. Рамачандра Пури в соответствии с общей концепцией это Гуру Варга для Махапрабху, потому что он был учеником Мадхавендра Пурипад. И посмотрите, когда гуру вайшнавы отвергают кого-то, тогда этот человек не найдет себе места нигде во всех 14 мирах. Нигде не найдет места. Такой человек, он не найдет себе места ни на райских планетах, нигде. Мадхавендра Пурипад отверг Рамачандра Пури, потому что Рамачандра Пури, он стал давать наставления Гурудеву. Рамачандра Пури, Мадхавендра Пурипад, он плакал денно и ночно по Кришне. Я не могу получить Кришну. И Рамачандра Пури, он был настолько дерзок, что он сказал Гурудеву: «Ты же Брахма, почему ты плачешь? Постарайся осознать, что ты Брахма». И вот он таким образом стал наставлять Гурудева: «Ты Брахма, постарайся понять, почему ты плачешь». Глупцы и не те, кто в неведении, они плачут, по мнению Рамачандра Пурипад. Но Мадхавендра Пурипад, он плакал в глубокой разлуке. Мадхавендра Пурипад, он плакал по Кришне: «Когда же я получу общение Кришны?» Но Рамачандра Пури, он был майявади. Иногда, после того, как кто-то принимает дикшу у садгуры, и таких случаев огромное множество, это не единственный какой-то случай. Даже после того, как кто-то принимает дикшу у садгуру, у великого преданного, кто-то становится майявади. И много таких случаев произошло. Даже после того, как кто-то принял посвящение у садгуру, он стал майявади, он пал и так далее. Даже те, кто приняли прибежище у лотосных стоп Прабхупады, много таких случаев, то кто-то либо пал, а кто-то майявади стал. Мадхавендра Пурипад, он разозлился, услышав вот эти вот слова своего ученика о том, что ему не стоит плакать, потому что он Брахма. И Мадхавендра Пури сказал: «Ты идиот, у меня нет Кришны, и мое сердце, оно в огне из-за разлуки с Кришной, а ты мне такие вещи рекомендуешь. Убирайся отсюда. Я не хочу больше тебя видеть. Если я увижу твое лицо, я не смогу оставить тело, как положено. Убирайся. Я больше не желаю видеть твоего лица. Если я увижу твое лицо, я не смогу оставить тело, как положено». Мадхавендра Пурипад, он его отверг. «И не показывайся мне на глаза больше». Когда Гурудев кого-то отвергает, то вот этот вот ученик, он становится попрошайкой на пути Харибаджана. Рамачандра Пури совершил оскорбление лотосный стоп Гурудева. И постепенно его оскорбления, они увеличивались. И Рамачандра Пурипад, он прибыл в Нилачал Дам, Махапрабху его не приглашал. И вот он прибыл и стал наблюдать за Махапрабху. Денно и ночно он наблюдал за Махапрабху. Сколько Махапрабху отдыхает, сколько Махапрабху ест, когда он поднимается, во сколько. Он наблюдал за этим всем. И таким образом он совершил много оскорблений, потому что он хотел
найти недостатки в Махапрабху. А, все говорят, что он Бхагаван, а как же он делает вот это, а вот это почему он сделал? То есть он только искал недостатки в Махапрабху. Однажды Махапрабху совершал баджан Рамачандрапури, он зашел к Махапрабху, и Махапрабху он предложил свои поклоны. Это потому что правило такое, тринадыпи. И Рамачандрапури сказал: «О, сколько здесь муравьев!» Этот саньяси, он такой жадный, он ест сладости по ночам, втайне от всех. А иначе почему здесь столько много муравьев? И он таким образом оскорбил Махапрабху. И Махапрабху ничего не ответил. Махапрабху не сказал: «А кто тебе это сказал?» Рамачандра, он... То есть его... наоскорблял этот саньяси, он такой жадный, тут столько много здесь муравьев, это означает, что по ночам он втайне поедает сладости, а иначе почему здесь столько много муравьев? Вот таким образом он оскорбил Махапрабху. Махапрабху ничего не ответил, он просто молчал. И таким образом уровень оскорблений все поднимался и поднимался. И однажды Рамачандрапури сказал: «Ты столько много прасада ешь, сколько у тебя имущества?» Это вот такая, так, его была такая природа. Он раздавал прасад, он давал специально побольше, а потом критиковал: «Сколько вы едите, вы столько много едите, но ты же сам дал, ты специально положил так много, а потом ты критикуешь. О, сколько прасада ты ешь? Ты принял отреченный образ жизни. Я старший преданный Рамачандрапури, у него было вот свое вот это понимание, то есть он себе позволил отругать Махапрабху. И, ну, в общем, он прокомментировал поведение Махапрабху: «О, ты саньяси, сколько же ты прасада ешь? Это так не положено саньяси себя вести. Каким же образом ты сможешь поддержать свой отреченный образ жизни?» И с того дня Махапрабху, он объявил, что он будет принимать всего одну четверть того, что ему будет предложено. Махапрабху сказал: «Я возьму только одну четверть. Я приму что-то, а остатки я дам Говинди или Харидас Такуру, потому что они всегда получали остатки прасада Махапрабху». Махапрабху, в общем, практически перестал есть после этой критики. Практически он постился. Он всего лишь чуть-чуть вкушал прасада. И тогда все преданные, они расстроились. «Прабху, почему ты не принимаешь прасада достаточно? Если ты не будешь принимать достаточно прасада, то как мы будем принимать прасад?» То есть все жаловались. То есть все жаловались на Рамачандрапури. Это причина вот того, что происходит. Тогда Махапрабху сказал: «Почему вы обвиняете Рамачандрапури? Почему вы обвиняете его? Он правду сказал. Он все правильно сказал. Тот, кто принимает отреченный образ жизни, он должен только принимать немножечко, чтобы поддерживать как-то свое тело. Почему вы его критикуете, жалуетесь на него?» И постепенно аппарат Рамачандрапури увеличился до такого уровня, что он ушел, оставил Нилачалдам, и все обрадовались, немного расслабились. До этого все боялись, потому что, как правило, преданные приглашали Махапрабху.
постоянно «Приди, отведай прасада». То есть Махапрабху, то есть он не был, не мог расслабиться, можно сказать так. Потому что Рамачандра Пури постоянно находил какие-то недостатки, критиковал. Баллабхатта, он был в Нилачаладхаме. И вот это очень важная вещь, вы не должны ее забывать. Махапрабху посоветовал Баллабхатте. Он сказал, благодаря общению с чистыми преданными, ты все поймешь. Иначе твое ложное эго тебе оно не поможет. Баллабхатта, он смог осознать, то есть общаясь с чистыми преданными, с последователями Махапрабху, то есть он жил в Пури, он заинтересовался Кишор Баджаном. До этого он был инициирован в Гопал-мантру, он поклонялся Бал-Гопалу, не Кишор Кришне. Он поклонялся Бал-Кришне, Кришне ребенку. Но после того, как он пообщался с парикарами, Махапрабху, он захотел получить Кришна-мантру. А кто бы ему ее дал? Махапрабху не давал мантры. И тогда Баллабхатта, он обратился к Гададар Пандиту. Он стал просить, дай мне заново мантры. И Гададар Пандит ответил, я не могу дать тебе мантру, потому что у меня есть хозяин, мой Прабху. И без его разрешения я не могу. И тогда Баллабхатта, он долгое время ожидал. Он, то есть, прождал долгое время, пока не получил инициацию Гададар Пандита. Вот по милости Махапрабху, наконец-таки, Гададар Пандит, он дал мантры Баллабхатте. Но по сей день в Баллава Сампрадае Баллавачарья создал отдельную сампрадаю. Они называют эту сампрадаю Пуштимарг. Баллавачарья начал новую сампрадаю. И она называется... Баллава Сампрадая. Баллавачарья. Но это просто какое-то чудо. Никто в Баллава Сампрадае не принимает тот факт, что Баллабхатта, он получил мантры у Гададара Пандита, то, что он связан с Гаудия Самаджем. Они не признают это, они не согласны с этим. Они говорят, нет, это невозможно. Нет, нет, нет никакой связи. Но это факт. Баллабхатта, он получил мантру у Гададара Пандита. Но они не верят в это. И они даже соревнуются с Гаудия Сампрадай. Наш Санатана Госвами Пад во Вриндаване, он открыл все места игр Кришны. Я был в Гокуле давным-давно. Изначально я жил в Гокуле, в лесу. Там были дома на огромном расстоянии друг от друга. Санатана Госвами, он уже открыл место рождения Кришны и дворец Нанда Бабы
ранее Раджаваси, они жили в Гокуле, после чего там были проблемы, они отправились в Нандаграм. И есть еще такое место, называется Чотикары, там на какое-то место они остановились там, и потом в Нандаграм они переехали. Но ранее в Раджаваси жили в Гокуле. Санатан Госвами Пад, проконсультировав все шастры, это было наставление Махапрабху. Изучи шастры и найди место рождения Кришны. И в каком месте, какую лилу совершил Кришна. И Махапрабху он дал силу Санатану Госвами. То есть кто его может остановить? То есть ему удалось открыть все вот эти вот места игр, место рождения. Он открыл. Он нашел то место, где Яшодама привязала Кришну, где голова Путаны упала на землю, где ноги, руки ее. То есть все это подтверждается, доказательства есть этому. Но Балава Сампрадая, они соревнуются с Гаудия Сампрадаей, и они... Они выбрали какое-то новое место, и они заявляют, что Балавачарья сказал, что это истинное, ну, то есть настоящее место рождения Кришны. Прям как вот эти Сахаджи и Бабаджи в Навадвипе, они говорят, что Йогапит — это неправильное место, ну, то есть не истинное, там не родился Махапрабху. И они платят рикшавалам, и рикшавалы людей, которые не знают, отвозят в другое место, в Навадвипе, на место рождения Махапрабху. Они говорят, что Йогапит — это не место рождения Махапрабху. И вот Кришна родился в Гокул Махавани, но Балавачарья Сампрадая, Балавачарья, они построили огромное здание 200 лет назад. 200 лет назад, или даже больше, они построили огромное здание. Если вы на него посмотрите, вы подумаете, да, это истинное место рождения Кришны, а вот то место, оно не настоящее. То есть, если вы посмотрите на этот храм, он все такие строгие распорядки, там все по часам, в 11 открывается на полчаса, то есть там столько много ограничений, и храм очень богатый, и люди туда ходят. И большинство людей, они получают неправильную информацию, им говорят, что вот это место рождения Кришны. Прям как в Матуре. В Матуре. Здесь мы сейчас поговорили о Гокуле, но Кришна также явился и в Матуре, как сын Васудевы и Девики. Там тоже конфузия, то есть какие вот майя все устраивает таким образом. Там правительство выбрало одно место и объявило, это место рождения Кришны. То есть Гокул — это там, где родился Кришна, Нанда-Нандан Кришна, а Матура — это то место, где явился Васудев Кришна. И правительство выбрала какое-то место, и они вот сейчас кто то место, куда все ездят посмотреть на место рождения Кришны, это совершенно не место рождения Кришны. В соответствии с Чайтанья Чаритамритой, Чайтанья Бхагаваты, Кришнадас Кавирадж Госвами, он жил во Вриндаване, он был там. И там нет таких указаний, нет никаких намеков на это место, но правительство там построило храм, и рядом с этим храмом там мусульманский храм. И сейчас преданные подозревают, что на самом деле Кришна родился вот там, где сейчас построили этот мусульманский храм. Адикешев — это храм, где Махапрабху, он встретил Сонария Брамана, мечеть, вот рядом там мечеть.
И рядом с Адикешевым мандиром там находится то место, где родился Кришна. Никто об этом не знает. Я там был. Никто не знает этого факта. Это настоящее место рождения Кришны. Но никто не знает. По волшебству Майи тысячи людей посещают вот то место, и никто не озабочен тем настоящим местом рождения Кришны. Таким образом, Балабхата Сампрадая, это очень известная Сампрадая, но Балабхата, он получил инициацию Гададар Пандита, но они это не признают. Они себя называют Пуштимарг. И вот постепенно разные преданные приходили в Нилачал Дам со всяких разных уголков Индии. Санатана Госвами и Рупа Госвами не получили наставления Махапрабху жить во Вриндаване, обнаружить все места игр Кришны и написать книги. Рупа Госвами написал много раз о Татве. Также Махапрабху поручил открыть все вот места игр Кришны. Поэтому Санатана не мог быть в Нилачале долгое время, то есть ему нужно было служением во Вриндаване заниматься. И вот по окончании Ратаятры Санатана Госвами Пад, он вернулся в Матуру. И после ухода Санатаны прибыл Рупа Госвами Пад. Кто-то говорит, что Рупа и Санатана, они были в Нилачале одновременно. Там есть одна вещь, один факт, который запутывает. Но в Чайтанья-чаритамрите мы видим доказательства тому, что они были не в одно время там. А кто-то говорит, что оба они были вместе в одно время в Нилачале. Рупа и Санатана не хотели встретиться, но они, когда Санатана шел во Вриндавана, Рупа шел из Вриндавана, они не встретились, потому что они по разным дорогам шли. Рупа Госвами Пад и Анупам. Анупам — это брат Рупа Госвами. Это историческое событие. Они посетили дом Балавачари, потом они посетили Вриндавана, потом они отправились назад, чтобы решить финансовые вопросы, то есть как распределить имущество между Брамой и Вайшнавами, как поддерживать жизнь, что-то в этом роде. И Санатана Госвами Пад, он прибыл в Нилачал Дам, и об этом я вам уже рассказал. В Чайтанья Чаритамрите написано, что Рупа Госвами, он также прибыл в Нилачал Дам. И Рупа Госвами Пад, точно так же, как и Санатана, он не хотел осквернять ни храм, ни других вайшнавов, то есть они не заходили в Джаганат Мандир, они не подходили рядом к преданным, потому что они считали себя нечистыми, они боялись совершить оскорблений. И вот Рупа Госвами, он также остановился у Харидас Такура. Харидас Такур, он любил очень Рупа и Санатану. И Рупа и Санатана, они уважали Харидас Такура. Он был старшим преданным на Мачарии. И когда Рупа Госвами Пад вернулся из Вриндавана, пешком он шел. Если вы
рассчитайте длину дороги от Вриндавана до Пури, это почти что 1600 или 1800 километров. Это огромная дистанция, огромный путь. Когда Рупа Госвами добрался до Катака, до Бубанешвара, потом он... Там была деревня одна, Сатьябамапур. Откуда эта деревня получила это имя, мы не знаем. Там Рупа Госвамипад остановился на ночь переночевать. И они, как правило, путешествовали не просто пешком, но они с собой еще носили все вот эти вот пальмовые листья, кору, бересту, ну или что-то в этом роде, на чем они писали. То есть они постоянно путешествовали, писали. И Рупа Госвамипад, он решил написать книжку очень важную, описывающую Кришна-лилы. И он запланировал описать все Кришна-лилы в одной книжке. То есть и Кришна-лилы, и Враджа-лилы, и Дварка-лилы. Рупа Госвамипад подумал, я напишу книжку по милости Кришны, и там я опишу и лилы Дварки, и лилы Вриндавана. И Рупа Госвами ночью он отправился отдохнуть на небольшой промежуток времени. И когда он во сне увидел личность, подобную Лакшми, и она сказала: «Рупа, ты запланировал, ты планируешь написать вот эту книгу, описывающую Кришна-лилы, но ты собрался все смешать, лилы Вриндавана и лилы Двараки. Но, пожалуйста, не поступай так». Сатьябама, она явилась во сне Рупа Госвами и наставила его. Она сказала: «Напиши две книжки отдельные, и это будет лучше». Это вот таково мое желание. Сатьябама дала это наставление и исчезла. И после того, как она исчезла, Рупа Госвами, он поднялся. О, что это за сон? Это Сатьябамапур. Я не знаю, по какой причине эта деревня называется так. Я не знаю, какая связь Сатьябамы у этой деревни. Но она явилась и дала мне такое наставление не писать одну книгу. Она мне, на меня наставила написать две разные книжки. И тогда Рупа Госвами, он решил написать две отдельные книги. Две Ванданы, две Мангалачараны. И вот эти две книги, они очень известны. Одна это Лалита Мадава, а другая Видагда Мадава. Слышали эти книги? Они очень важны. Но не для нас. Эти книги не для нас. В общем, Рупа Госвами написал две книги. Одна Лалита Мадава, другая Видагда Мадава. И там... Эти две книжки, они очень важны для тех, кто расикачарья, для возвышенных преданных, но у нас нет права обсуждать эти книги. И завтра я вам расскажу, как Рупа Госвами, он добрался до Нилачалкшетры, как он принял прибежище у Харидас Такура. Что Санатана, что Рупа, они останавливались у Харидас Такура.
и они получили полную милость Махапрабху. Махапрабху каждый день приходил к Харидас Такуру, чтобы получить его даршан, и он давал даршан Рупа Госвами Паду. Таким образом, я расскажу вам об отношениях Махапрабху с Рупа Госвами Падой, о Радхаятре, о шлоке, который написал Рупа Госвами. Это завтра я вам расскажу. Сегодня нет времени, простите меня. Аситанам павана бхо вишнабхьо